Мы приехали сейчас в Ленту большую. Здесь, смотрите, уже все к Новому году. Сейчас посмотрим, конечно же, новогодние игрушечки и все-все-все интересненькое. Здесь, смотрите, новогодние такие вот наборы разные. Еще смотрю, один календарь, может быть, будет какой-то интересный, новенький, который мы еще не раскрывали. То обязательно его приобрету и раскрою в Инстаграме. Ой, в ТикТоке. Смотрите, какие тигры в Ленте. Мягкие игрушки. Из числа... А, вот, по 700 рублей они. Прям такие большие, классные, пушистые. Здесь, смотрите, новогодние наборы. Вот есть Адвент-календарь. Но мы такой Адвент-календарь распаковывали в том году. Я не думаю, что это будет новенькое. Поэтому идем дальше. Может быть, что-то интереснее будет. Ну, а тут уже Новый год. И смотрите, такие вот шары. Белые шары по 24 рубля. Такие вот маленькие шарики по 9 рублей. Есть в золотом, в красном цвете. Красивые такие, смотрите, пакеты. По 70 рублей. Прям вообще классно. Так, а здесь вот такие вот салфетки еще есть сервировочные, как мы взяли, золотые. И вот такие вот мы в том году брали, серебристые. Смотрите, серебристые стоят 79 рублей, а золотые стоят 140 рублей. Представляете? В два раза дороже, только за цветом. Но они классные вообще. Здесь, конечно же, новогодняя посуда. Белые такие вот тарелочки и синие. Ой, а это, смотрите, свечи. Свеча в виде шишки. Вот такая вот. И свеча в виде мандаринок, апельсинок. По 80 рублей. Также свечи есть вот такие, смотрите, в баночках. Прям такие вот. И есть свечи побольше, тоже в баночках, но эти баночки уже без ручки. Кстати, свеча там вообще болтается. И, конечно же, разные подсвечники. Красивые. Вот такие вот, смотрите. А здесь отдел с хлопушками. И смотрите, какая хлопушка в виде шампусика. 170 рублей. Смотрите, какая классная лошадь здесь есть. Вообще офигенная. Фигурка-лошадка 1200, грубо говоря. И вот такие вот еще олени прикольные тоже. По 750 рублей. Конечно же, разные гномики. Вот такие вот держатели. По 109 рублей. Фоторамки по 250. Ой, смотрите, какие тигры. Белый тигр с звездой. Есть белый тигр с елочкой. Это тигр без меха. А вот тигр, который держит звездочку, у него, смотрите, мех. Видите, такой пушок. И есть еще такой рыжий тигренок по 189 рублей. Прозрачные шары. Кстати, смотрите, здесь тигр внутри. Вот такой вот тигреночек. По 189 рублей. Такая красивая статуэтка тигра. И эту статуэтку еще можно вешать на елку. Но выглядит прям вообще очень красиво. На самом деле очень много красивых игрушек розового цвета. Смотрите, какие шары единороги. Классные. Есть в розовом и в белом цвете. И еще такие вот макаруны. По 89 рублей. Смотрите, какие тоже прикольные. Есть в розовом и вот такой вот кремовом цвете. Может быть, даже в следующем году сделаем в розовом цвете елку, потому что реально очень много красивых розовых игрушек. Вот такие вот шары, вроде бы они обычные, да, просто прозрачные, внутри блестяшки, но выглядят эти шары реально очень-очень круто. Прям вот вообще огонь. Не знаю, мне нравятся они. Пришли сейчас только что с магазина, слушайте, на улице так холодно, у нас, ну, типа, минус 4, а по факту, мне кажется, у нас даже минус 8 там все. Короче, очень холодно, дует ветер, и пошел снег, все замело, все такое беленькое, красивенькое. В общем, вообще красота, я на самом деле очень люблю зиму, именно когда лежит снег, под ногами хрустит, такая красота, особенно утром и в течение дня, когда светит солнышко, это, конечно, выглядит вообще просто сказочно. Ну, а мы сейчас попьем чай, потому что я очень замерзла, и хочу выйти еще сегодня в прямой эфир в ТикТоке. Может быть, кто-то еще не знает, что у меня есть ТикТок, я там провожу прямые эфиры через день, так что... Вот здесь вот, или вот здесь вот, или вот здесь вот, короче, где-то вот здесь вот вылезет у меня
мой ник в Инстаграме и ник в ТикТоке, так что переходите, ссылочка также будет в описании под видео. Переходите, подписывайтесь и не пропускайте прямые эфиры. Отвечаю на ваши вопросы, раскрашиваю картину по номерам. Единственное, в прошлый прямой эфир у меня не было вообще настроения раскрашивать картину, я просто отвечала на вопросики. Мне было просто лень раскрашивать, такое тоже бывает. А вообще, я на самом деле эту картину раскрашиваю очень долго. Сейчас покажу, как эта картина на данный момент выглядит. Но что-то прям я как-то медленно ее очень раскрашиваю. Уже почти год. Представляете, я раскрашиваю картину, и на самом деле там еще далеко до завершения. Сейчас покажу. Эта картина состоит из трех частей. Первая часть у меня полностью сделана. Вот так вот она выглядит. Следующая часть у меня почти сделана. То есть, видите, вот здесь вот эти вот горы, вот они у меня еще не раскрашены. А так, в принципе, тоже уже готово. И получается такой сет. Ой, такой сет с картин. Вот, это вот так вот. И еще одна часть получается вот здесь вот. Вот точно такая же, то есть как половина. А еще послезавтра мы ставим елку, но это видео выйдет завтра, так что можно сказать, завтра мы ставим елку. Я уже не могу дождаться, когда мы будем наконец-таки наряжать. Мы сегодня, кстати, купили еще несколько игрушек, они такого, знаете, золотого белого цвета, не прям золотые и не белые, в общем, очень красивые игрушечки. Будем, когда наряжать елку, я вам их покажу, все новые игрушки. Так что совсем скоро ждите классное видео. И вот я не знаю, вот эту вот елку, сейчас покажу вам ее. Вот это вот, помните, я как-то ее переделывала, доделывала. Я вот не знаю, ставить ее вот здесь в зале, пусть стоит на рабочем столе, или поставить на кухню. В принципе, в зале у нас и так будет большая елка стоять, а на кухне нету елочки. Я думаю, может быть, на кухню ее поставить. Она такая, смотрите, с золотыми игрушками. Здесь яблочки, груши, шишечки, бантики. Какие-то ягодки. А еще у нас есть вот такой вот милый тигреночек, которого мы тоже повесим на окно на кухне. А завтра у нас будет грандиозная уборка. Я уже провела прямой эфир. И сейчас, знаете, какие у меня планы? Короче, я сегодня буду не спать всю ночь. Во-первых, я хочу сейчас принять ванну с бомбочками, с солью, с пеной и так далее, как я и люблю. Ну, а потом я буду собирать новогодние боксы, новогодние подарки. Это подарки будут достаточно бюджетные. Ну, короче, сумму я буду вам озвучивать, на которую у меня получился тот или иной бокс. Думаю, вам будет интересно посмотреть, что же я положу в такие бюджетные подарки в боксы, потому что многие в ТикТоке у меня спрашивали, что можно подарить на 500 рублей, что можно подарить на 300 рублей. И вот как раз-таки вот в этом видео и будут такие вот бюджетные, но в то же время, мне кажется, вообще офигенные, классные боксы. Короче, сейчас идем набирать ванну, бомбочку кидать и все остальное, а потом собираем боксы. Так, первым делом я в ванну кладу вот такой вот шиммер для ванны с ароматом мяты, что-то мне везде вкуса. Так, вот такой вот, смотрите, шиммер, он на самом деле вообще классно, классно переливается и дает очень красивый цвет в воде. Сейчас покажу. Шиммер у меня этот закончился. Но у меня есть шиммер еще другого цвета, так что ничего страшного. Теперь это все нужно размешать. И вот такого вот цвета получается водичка. Как видите, она прям такая голубая-голубая. Конечно же, это еще не все, что я добавляю в мою ванную. А в ванну я добавлю еще вот такую вот морскую соль. Эта соль у меня от Sammy Beauty. Она вот с таким вот перламутровым, смотрите, эффектом. Сейчас посмотрим. Еще не пробовала эту соль. Вот как раз таки протестируем ее. Но мне кажется, должна выглядеть круто. Смотрите, как эта соль переливается. У меня на самом деле есть еще вот такой вот микс для ванны. Это тоже морская соль, но она здесь с лепестками роз. Сейчас покажу, как это выглядит внутри. Вот такая вот, смотрите, соль. Тоже очень красивая. И я эту соль добавляю совсем чуть-чуть, вот именно ради вот этих вот лепесточков. Так, ну и еще, конечно же, я в эту ванну добавляю какую-нибудь бомбочку. И вот сейчас выберу, смотрите, у меня есть вот такая вот бомбочка с сердечком, у меня есть зефирки, вот такие вот бомбочки, у меня есть бомбочки от Mixit, это с ароматом арбуза и яблока. Ну, есть вот такая прям вообще дешевенькая шипучка для ванны, это я ее покупала в фикс-прайсе, точнее, мне ее дарила милашка. Так, наверное, я добавлю вот эту вот бомбочку,
Нет, я добавлю вот это вот. Так как вода у меня голубая, и как раз вот такое вот сердечко будет в тему. Кстати, смотрите, на фоне голубого сердечка вода становится зеленая. Сердечко убираю, вода голубая. Все, ладно, я пошла принимать ванну. А потом будем собирать новогодние боксы. А еще я очень люблю пользоваться такими вот разными мистами. Смотрите, это блестящий мист от 7DS, он у меня уже заканчивается почти. Вот, смотрите, как он переливается. Это, кстати, у меня золотой скраб. И так как этот мист у меня уже заканчивается, я заказала себе еще один мист. Но этот мист уже от Nixit, и он без блестяшек, но у него тоже очень приятный аромат. Прям такая малина-малина. Так, ну что, боксы я буду собирать вот в такой вот коробке. Сюрприз-бокс. Вы, в принципе, можете взять абсолютно любую коробку. В боксе у меня уже есть наполнитель. Я его сейчас переполню, потому что его реально очень много у меня здесь. И для одного бокса столько не надо. И в этот бокс я кладу вот такую вот свечу с ароматом пломбира. Эта свеча в Икее стоит 69 рублей. Дальше я кладу вот такого чая бифрутби. Вот, смотрите, вот с такой вот коробочки в цитрусе. Это, если не ошибаюсь, у меня лайм. Да, это лайм. Цитрус лайма. И такой чай стоит 250 рублей на Валберсе. Ну, конечно же, это не все. Еще, конечно же, нужно в этот бокс отправить сладости. И сладости я выбрала вот такую вот конфетку. Я ее покупала в Метро, но на самом деле сейчас в любых магазинах можно найти такого плана шоколадку. Здесь у меня тигр, я видела такие конфетки Дедушка Мороз и снеговики и много-много всего интересного. В среднем она стоит 40 рублей. Вот эту я покупала за 35 или за 39. Так. В этот бокс я положу еще вот такое вот, смотрите, шоколадное шампанское. Выглядит вообще классно, стоит 14 рублей. Ну что, вот такой вот бокс первый у меня получился. Давайте посчитаем, во сколько он вышел в итоге. Я сложила все на калькуляторе, и в итоге этот бокс у меня вышел в 372 рубля. Мне кажется, это вообще прикольная цена для вот такого вот классного бокса. Так, ну а я сейчас буду собирать следующий новогодний бокс. Следующий подарок я буду складывать также вот в такие вот коробочки. И в этот бокс я кладу просто офигенные свечи. Смотрите, какие они классные. Две вот такие вот мандаринки. Но это не просто мандаринки, это свечи. Реально выглядит очень правдоподобно, классно. И цена таких мандаринок 79 рублей одна штука. Я кладу две такие мандаринки в бокс. Так, и в этот бокс я кладу еще вот такого чая бифрутби с ананасом. Это зеленый чай с соком ананаса и кусочками ананаса. Реально очень вкусный чай. Вот прям очень-очень вкусный, мне он очень нравится. Его можно заказать на Валбересе за 399 рублей. Так, вот так вот это все сейчас выглядит в боксе. Ну и, конечно же, я не могу оставить получателя этого бокса без сладкого подарочка. Поэтому в этот бокс я положу еще вот такую вот бутылочку шампанского. Ну, только это шоколадка. Ну вот и все. Вот такая вот красота получилась. Пишите, как вам такой бокс. Мне кажется, это вообще прям супер-супер. И сейчас, конечно же, я все посчитаю, во сколько вышел этот бокс, и скажу вам. Такой бокс вышел в 571 рубль. Ну, а я сейчас соберу еще третий бокс. И покажу, какое же наполнение я положу в него. Так, ну, а следующий бокс для тех, кто любит разные масочки, шиммеры, свечи и так далее. В общем, для настоящих девчонок. Сейчас покажу, что же я кладу вот в этот бокс. Ну, а в бокс я кладу вот такую вот корейскую масочку. Она стоит отдельно, если покупать эту маску, то где-то 100 рублей будет стоить эта маска. В принципе, можно взять абсолютно любую маску. Я думаю, тут уже не принципиально. Можно поискать и подешевле масочки. Также в этот бокс я положу вот такой вот шиммер для ванны. Он стоит 371 рубль на Валберисе. Есть шиммер лавандового цвета и есть бирюзовый. Бирюзовым пользуюсь я, и мне он очень-очень нравится. Дальше я кладу вот такие вот золотые патчи гидрогелевые для глаз. Тоже классные патчи. Сюда кладем. 30 рублей стоят.
Ну и какая же ванна без свечей? Так что я кладу вот такую вот свечу с ароматом пломбира и ванили. И эта свеча стоит 69 рублей. Ну вот, в принципе, и весь боксик. Пишите, как вам такой вариант. И этот бокс вышел в 570 рублей. Пишите, как вам такое наполнение. Ну, а на этом, наверное, все. Вот такие вот три бокса у меня сегодня получились. А я сейчас иду умываться и буду уже ложиться спать. Так что на этом всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.